Без рассмотрения оставили дело о тепловом счетчике. Жители одного из павлодарских домов вот уже несколько лет судятся с тепловыми сетями. Они не могут принять на свой баланс новый прибор учета. Причина в том, что у них нет КСК. Да и стоимость работ по установке счетчика вызывает вопросы. В суде объяснили свое решение. Напомним, многочисленные суды у жителей Украинской 97 начались, когда в 2019 году им выставили счет за новый прибор учета. Стоимость счетчика и всех проделанных работ тепловики не сообщали. Это вызвало много вопросов у жильцов. В прошлом месяце нам удалось выяснить цену всех услуг и оборудования. В свою очередь, тепловые сети выступили с требованием взять на баланс прибор. По словам жителей дома, это невозможно. У них простое товарищество и нет бухгалтеров, которые смогли бы вести учет. Павлодарским городским судом вынесено определение о поставлении иска ТО «Павлодарские тепловые сети» к собственникам квартир «Украинская 97» без рассмотрения, так как истцом не разрешен досудебный порядок урегулирования спора. Вместе с тем, ТО «Павлодарские тепловые сети» не было направлено уведомление каждому собственнику квартир «Украинская 97». Определение не вступило в законную силу. Решение еще может быть изменено, отменено или пересмотрено. Но органы правосудия предлагают жильцам и тепловикам попробовать решить спор мирно, вне судебного зала. Анастасия Ерш, Ертысак, Парад.